Sunt ca oaspeți, tot asemenea vreau foarte mult, am venit să ascultăm, care nu vă rog frumos, elevirea sala. Pentru că conferința este, în primul rând, pentru cei care vreau să ascultă. Doamne ajute! Da, și pe mine. Să vă asigur. Iarăși bună ziua, dragi frate și sorori! Bună ziua! Acum o lună, când am fost întâlnit aici o prima dată, mi-e pare că ar trebui ca se schimbă o temă, sujetă întâlnirii noastre, pentru că eu am văzut, chiar în timpul interviurilor, că sujetul ce am discutat aici, în cadrul Bisericii Ortodoxe Moldoveane, este sujetul cu privință tălcuirii Apocalipsului Sfântului Ioan. Pentru aceasta, am să vorbi dinainte despre acest sujet. Христианство – это единственное, наверное, может быть, мировоззрение на Земле, которое изначально убеждено в том, что мы потерпим поражение. И кончается священная история, а церковная история – это часть библейской истории, священной истории. Кончается церковная история в чем-то плохо для нас, как для институции, для церкви. В апокалипсисе есть страшные для нас слова. Дано будет сатане вести войну со святыми и победить их. И кончается человеческая история царством Антихриста. Грядущая вслед за этим второе пришествие Христа – это мета-история. Это уже когда не мы, люди, творим что-то свое, а это уже Господь воссоздает свое владычество в новом мироздании, в новой земле и новом небе. А вот так, если то, что зависит от нас, к сожалению, где-то в будущем, все будет печально. Почему кончается мировая история? Мировая история кончится тогда, когда Бог отчается в нас. Вот пока Бог верит в людей, мир продолжается. Потому что история – это именно пространство диалога Бога и Его творения. Святитель Иоанн Златоуст сказал удивительные слова, дерзая говорить от имени Творца. «Я, – говорит Господь, – дал тебе прекрасное тело, а теперь я даю тебе власть сотворить нечто большее. Сотвори себе прекрасную душу». И вот понятно, что многие люди этой заповеди, главной заповеди Творца, сотвори себе прекрасную душу,
которое радовало бы и тебя самого, и Бога, и людей целую вечность. Многие люди, конечно, эту заповедь Творца не слышат или, услышав, не исполняют. Но мы, люди, существа социальные, и мы зависим друг от друга. И вот однажды появится такое глобальное сообщество людей, которые забудут ставить главный вопрос: что есть истина? У Владимира Высоцкого была поэма «Мой Гамлет» с удивительными словами: «А мы все ставим каверзный ответ и не находим нужного вопроса». Вот нужный вопрос: что мне делать, учителю благий, чтобы наследовать жизнь вечную? Это нужный вопрос. А вот вопрос о том, какую марку машину купить или за кого голосовать на выборах, это вот не из тех вопросов, которые важны для спасения души и для Бога. Так вот, однажды человечество само себя так отформатирует, что эти вопросы не будут ставиться. А если и будут ставиться, то у людей не будет шанса услышать правильный ответ. Отсюда очень важный вывод. Таков не то что признак, причина конца света. Причина конца света – это беспокаянность людей. Отсутствие покаяния, отсутствие призваний, призваний ко Христу, к служению. И вот отсюда уже вывод. Конец света – это не близко, не сейчас. Почему? Потому что вот этот зал и сейчас – это живое опровержение слухов о том, что в мире правит Антихрист. Потому что такое количество молодых людей, которые своими судьбами повернулись ко Христу и служат, это живое опровержение, это свидетельство того, что церковь не мертва. Во времена Антихриста церковь будет мертва. Не будет ни монашеских призваний, ни священнических призваний, ни вот именно этого пути покаянного и творческого, радостного роста. И вот я вижу, скажем, за 20 лет своих постоянных ежедневных встреч с самыми разными аудиториями в разных странах, я вижу, как люди откликаются. И значит, души живы. То есть, что там происходит в западном обществе, в этом я не компетентен. Но в православном мире, во всем православном мире, будь то Греция или Сербия, Болгария, Румыния, Молдова, Украина, Россия, в православном мире, конечно же, вот эти 20 лет, это время, и не только 20, пожалуй, уже лет 40 последних, это время возрождения. Помню, в одном русском городе меня спросили: отец Андрей, скажите, когда началось возрождение православия в России? Я задумался, говорю: вы знаете, наверное, в начале 70-х годов. А аудитория была православная. И люди так как-то смотрели, часть зала напряглась. Я говорю: ну понимаете, что такое начало 70-х годов? Это время, когда вышла книга Солоухина «Черные доски», письма из Русского музея, а в Молдове это время, когда первые публикации Иона Друдса стали появляться, и это писатель, который как раз вот говорил о вере народа. То есть вот писатели, которые сейчас считаются классиками, советские писатели, стали по-доброму, не по-ленински, говорить о народной вере, о храмах, святынях, иконах. Это очень значимо. Дальше, скажем, в конце 70-х годов нынешний киевский митрополит, а тогда он был ректором Московской духовной академии, владыка Владимир Сабадан, он смог в 3 раза расширить прием студентов в семинарию. То есть появились параллельные классы 1А, 1Б, 1В. То есть, по сути, 2 новые семинарии были созданы в Советском-то Союзе. Да? Это было же удивительно. Кто спер мою мелодию? У меня же такая стоит, ничего. Регинский класс открывается. Открывается завод в Софрино. Да как бы мы его ни ругали сейчас, но это было удивительно неожиданное и радостное событие для 70-х годов. То есть вот первые такие подвижки,
То есть явно церковь перестала падать. Да, вот такой тяжелый выход из пике, тяжелый еще, не сенсационный, но он уже начался в 70-е годы. В конце 70-х годов удалось добиться очень важного разрешения. В семинарии, в московскую, в петербургскую, разрешили принимать ребят после университета. И вот пришли такие люди, как Валентин Асмус, Александр Салтыков, Александр Шаргунов, Дмитрий Смирнов. То есть сегодня имена этих священников уже у всех на слуху. Тогда это были юноши. И они не могли поступить в середине 70-х годов. Не взяли бы. КГБ не пустило бы. Что бы? Университетские дипломы в попы нельзя. То есть начал обновляться вот круг такой церковной интеллигенции. Вот, ну, поповской, я бы сказал, интеллигенции. Вот эти вещи я рассказываю. А смотрю, все-таки в зале шум. Говорю, дорогие, в чем дело? Почему? Чем вас? То есть я говорю, мне радостно эти вещи вспоминать, говорить о родной своей церкви. А что вам не нравится? Стоит какая-то угрюмая женщина. А вот старец такой-то сказал, что возрождение церковному будет только 20 лет, а потом придет Антихрист. Ага, я понял, в чем проблема. То есть им нужно, чтобы вот меньше 20 лет было. А тут как не считать? От 88 года, год празднования крещения Руси, тоже 20 лет прошло. От 91 года, падение Союза, так тоже уже 20 лет прошло. А вроде бы еще и антихриста не идет. Так вот, все-таки вновь мы говорим. Главное, что настраивает, по крайней мере, меня на оптимистический лад, это наличие множества людей разных возрастов, которые обновили свои души и обновляют и сейчас через вхождение в церковную жизнь. И уже Ерм, семинаристам это имя должно быть знакомо, муж апостольский, конец первого века, автор книги «Пастырь», которая даже некоторыми отцами включалась в состав Нового Завета, канона Нового Заветных книг. Ерм говорил, что церковь вечно молодеет в людях, которые в нее приходят. И вот это вот доброе обновление через людей, оно происходит, конечно, и сейчас. В 1905 году, в конце пятого года, архиепископ Никон Рождественский, это был такой архиерей, очень активный, и он публицист. Он издавал «Троицкие листки», и такой был публицист крайне консервативного направления. И вот он написал письмо святителю Николаю Японскому, как, ну, к архиерею более старшего поколения, духовному Альве. Говорит, владыка, здесь в России ужас, что происходит. Революция, семинаристы бастуют. Закон о свободе совести издан. Тысячи людей, все, кто уходит сразу и так далее. Войны, гражданская война чуть ли не начинается. Наверное, это конец света. Тем более, ведь что в Писании сказано? И будет проповедано сие Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда настанет конец. А вы, владыка Николай, пишет он, ведь в Японии на краю света, значит, исполнилось это евангельское пророчество, и сейчас времена конца пришли. Святитель Николай очень гневно, резко ответил на это письмо архиепископу Никону. Он говорит, дорогой владыка, во-первых, Россия – это еще не весь мир. И если даже происходит какой-то кризис в России, если даже погибнет Российская империя, это еще не гибель всего православного мира. Второе. Россия еще не православная страна. Ей, может быть, еще 2000 лет понадобится, чтобы стать православной страной не по названию, а по сути. И третье. Слова Господа о том, что будут проведены Евангелия, воссоединиться всем народом, говорят о православной проповеди Евангелия. О такой проповеди, которая даст возможность спастись. О спасении в православной церкви. А посмотрите реально, что происходит. По всему миру проповедуют протестанты и католики, а православной-то проповеди нету. Я один здесь в Японии, отец Хрисан в Корее, отец, не помню, кого он назвал, в Пекине. Вот, да, еще у меня есть там такой-то батюшка, но он только что приехал. Японского языка еще не знает, поэтому с нашими военнопленными в Хиросиме работает. Вот 3,5 миссионера на всю страну, на весь мир.
Нет, православие еще не проповедано в мире, да и в России, говорит, даже еще. Поэтому это не сейчас. Проходит полвека, середина 70-х годов. Тогда еще молодой иеромонах Серафим Роуз подходит к своему духовному наставнику, святителю Иоанну Шанхайскому. Святитель Иоанн Максимович, он в Сан-Франциско в те годы служил, но большую часть жизни провел в Шанхае, в Китае. То есть тоже такой вот миссионер реально. И отец Серафим спрашивает его: «Владыка, сказано в Писании, будет проповедано Евангелие всем народам, и тогда настанет конец. Сегодня, смотрите, Евангелие приведено на все языки мира, всюду христианские миссии. Может быть, действительно время конца пришло?» И святитель Иоанн говорит: «Нет, дорогой мой, должно быть проведено православное понимание Евангелия, спасительное, а не еретическое. А православной проповеди еще нет в мире, поэтому нет, это не сейчас». Отсюда два вывода. Первый почти анекдотический. Наша православная миссионерская лень — это и есть тот самый удерживающий, который не позволяет свершиться событиям апокалипсиса. Второе, более серьезное. Видите ли, миссионеры всегда более оптимистично настроены, чем, может быть, монастырские духовники. Представьте, вот батюшка, да, скажем, Почаева, и к нему приходят люди каждый день с исповедями, рассказами, очень тревожными, печальными. И батюшка думает: «Боже мой, если вот я здесь свидетель того, что вот такие страшные судьбы, искушения, грехи и так далее, действительно, значит, наверное, там в миру...» Слышите? Я же говорю, у меня мелодию украли. Значит, наверное, действительно, в миру-то там ураган, раз такие обломки кораблекрушений к нашему монастырю прибивают. Наверное, действительно, уж такие тяжелые времена. А миссионер работает в самом эпицентре этого урагана. И видит, что и здесь есть люди. И люди могут откликаться. Откликаться не просто там интересным, позвонить, прийти, а душами, судьбами откликаются. И понимать, что да, жизнь продолжается. Не без испытаний, естественно, не без потерь, но продолжается. И поэтому миссионеры, и святой Николай Японский, Иоанн Шанхайский, видите, всегда были настроены более оптимистично в этом вопросе. Отец Андрей, есть еще у меня вопрос к вам. Я протоиерей Анатолий Чибрик. Боже. И прибыл, конечно, услышал о вашей конференции, встрече в Богословском факультете. Конечно, хотелось бы представиться и вместе с тем вас спросить. Вот вы прибыли в богоспасаемый град Кишинев на встречу, лекцию с студентами. И перед этим, естественно, вы выступили, кто-то из журналистов пригласил вас в прямом эфире. И вы вчера в прямом эфире, прямой разговор, если можно его назвать прямым, вы выступили и высказались, по меньшей мере, просто не тактично. Лишь потому, что вы даже не изъявили желание познакомиться с людьми, о котором вы говорите. Это вопрос воспитания, это вопрос образования. Потому что люди, когда имеют что-то сказать, они едут и убеждаются, особенно миссионер. Это его прямая обязанность. Прийти, познакомиться с людьми, которые он считает и назвал публично сектантами, закончившейся сектой. Естественно, вы проявили, как я вам сказал, по меньшей мере, такое... очень образ такой не церковного, а православного миссионера, а надежщика. Теперь хотелось бы мне вас спросить, вы когда выражаетесь, вы олицетворяете патриарха Кирилла, мышление патриархии, или вы просто от себя тяну несете? Говоря о сектантах, вы обвинили нас в секте и высказали это публично. Естественно, народ православный потребует у вас объяснений в этом. И хотим... Оставьте привычку, а ты мне народ. Больше Андрей. Минута. Хорошо, мозу момент отец. Аудиторию.
снимать аудиторию. До конца, но нельзя так говорить с человеком заслуженным, понимаете? Поэтому... Вы говорите про воспитание, а где ваше воспитание? А? Батюшка, у нас, я говорю, что мы с директивой по сингуре кесте. Стиматься аудиторию, ну вас пораться. Părinte Anadu, haideți să facem mai întâi, ascultăm lecția, fiindcă este invitat părintele Andrei. Domnul Benedict, vă rog frumos, domnul Benedict. Domnul Benedict, o rugăminte. Am o singură rugăminte. Dați să ascultăm mai întâi lecția, după asta o să fie perioada de întrebări. Pentru toate trebuie să avem un tact. Suntem... Ai vorbiți toți odată, 5 minute. Liniște. Și după asta faceți liniște. Într-adevăr, poate mai liniște. Deci, domnișoar, nu vă spărați. Dragii mei, astăzi ne-am adunat la o conferință cu o tematică bine determinată. Dacă aveți întrebări care nu corespund tematicii, așteptați după conferință sau ieșiți afară și cătați-vă de drum. Întrebări mai sunt? Exact. Într-o susținere, într-o susținere a conferinței de astăzi, am înțeles că domnul Andrei a terminat studiile. По поводу конференции, отец Андрей, скажите, пожалуйста, вы по приглашению, я юрист Молдавской митрополии, Елена Бытко меня зовут, скажите, пожалуйста, знаю, что у нас политическая нестабильность в стране, вы сейчас держите лекцию по приглашению митрополита Владимира? Нет. По Академии Благословения. Надеюсь, как юрист понимаете различия. Я понимаю различия и понимаю, если владыкой тоже мы говорили, если можно все-таки ответить. По приглашению, по благословению. Благословение митрополита, естественно. То есть есть благословение владыки Владимира на проведение этой конференции, потому что мы знали, что ее нет. На ваше рассмотрение здесь его благословения не было. На репутации Академии Пенза студентов. Будьте добры, отец Андрей, объясните нам, почему мы секта. Părinte Anatole, dați să ascultăm mai întâi lecția părintele Andrei. Părinte Anatole, mai întâi de toate, părintele a fost invitat pentru studențe la teologie. Da, dar el ne-a vinovățit, el de sectă. Păi, așteptați după emisiune, după conferință. Nu, după, noi vorbim, cine minte? El minte! Sau biserica minte, cine minte? Eu ieșim. Părinte, televiziunea toată, de aici? Pentru ce? Я задал вопрос отцу Андрею, мы должны Общество блаженной Матроны Московской объявлено представителем Московской патриархии сектой. Deci dacă noi nu terminăm în clipa asta vorbăraia de aiurea, eu o să vă rog toți să părăsiți sala și să rămână doar studenții Academiei de Teologie. De atât că noi avem... Nu, eu vorbesc la...